нахуй. Буду молиться. Запись не провел. Все. Ой, да помогу я лечу своим ребятам. Все, поехали. Там меня кто-то еще мочит где-то. Все, не буду я. Вовремя. Давай, без нарки, давай. Ты и я. Куда ты? У меня нет нарки. Давай, ты и я. Куда ты? Сыкун. Фу. Сыкун. Я не люблю сыкнов. Сыкун. Поехали. Воробей гонять, воробей. Так, база, я думаю, нет, базу нет, жопа воза. Базу жопа. Прям. Опасность. На нашу базу напали. Какой-то хер. Говорон? Воробей лучше был бы. Так, прием. Герыч, чё Герыч, чё? Я не героин. Окей, ты героин. Так, мы взяли флаг, окей, да, давай, взяли. И мы опять потеряли его. А, нубы. Так, взлетел ваш флаг. О, господи. Это я не ожидал. Поехали. Воробей гонял. Так. Давай, мочим, напали на него, напали все во все дыры. Все, поехали дальше. О нет, ты умираешь. Но я смогу убить его. Жопа иди, я убью тебя. Чтоб тебя. Туда, вот. Стой, мочим его. Да, чтобы он... Ты думаешь, у тебя нарко есть? У меня тоже нарко есть! Его мочить? Все, молодец. Иди тоже хорош, когда. Иди ты, мамонт. Все, поехали. Гоу. Гоу. Твою мать, гоу. Блин. Гоу. Поехали. Гоу. Понятно. Да, гоу. Гоу, поехали! Спарта, поехали! Поехали! Так, ну дай я пройду, я помогу тебе. А то я не вижу. Жопу. Иди, да! В жопу иди! А меня кружить, охрененно! Иди, да! А иди, да как это? Как маленькая нубу там едет. Меня напали. Кто? Кто напал на тебя? На меня напал Вуки. Чё за Вуки? Не знаю. Так все было. Пошел в жопу. Так, фриз, пошел в жопу, фриз. Ну фриз, в жопу иди! Блять, заебал. Блин, ну тупые фризы, чтоб их никогда не было. Чтоб один остался, это я. Чуваки, если вы хотите троллить людей, покупайте Викинг Фриз и Пикассо. Все. Радость в жизни. Все. Газпром. Мечты сбываются. Да, сидим, да, курим. Давай. У меня такое чувство, что они тут это... Сиди. Заморозку, блин. Танки онлайн сделали... Господи, я терпеть не могу их. Вот, блин, у меня нервный шок от таких. Вот что он делает? Что ты делаешь? Скажи мне. Тебя подтолкнуть? Давай, я тебя подтолкну. Да, ты еще боком попробуй. Я поухахатываюсь. Что ты мне гонишь? Надо там забираться. Пошел в жопу. Там надо забираться. Ну, блог. Надо вот тут забираться. У меня такое чувство, да. А он там зачем-то забирается. А я такой, как Бэтмен появился и забрал у тебя флаг. Все. А он даже хотел, чтобы я его не трогал.
Все, в жопу идите. Надо вот тут забираться. А он на это там забирается. Зачем? Тут надо забираться. Только надо тут тихонечко забираться. Нет, не здесь. Ты не меня? Ты чё? Дуф! Не получилось, я хотел тусь. Так, а здесь осталось всё 13 минут, и мы выиграли. Вау. Сейчас обкакаться можно, поехали. Взял фраг. Я вижу, как ему еще вставляют так по морде. Вот даже вижу. Давай, беги! Я на тебя навстречу! Нет, я не успею! Я им пору задницу за тебя! Шо, в жопу, иди в жопу, Я тебя, рыся такая, убила! О, рыся идет такая. Блин, это заморозка так долго действует, блин. Задолбаешь. Давно. Блин, так нечестно, все давно. Он даже возраздил. Блять. Чуваки, не, идите в жопу, я буду охранять флаг, потому что никто не охраняет флаг. Буду охранять флаг, потому что эти гандоны все начали флаг таскать. Буду сидеть, все. Только я могу охранять флаг. Только я. Я профи в охранении флага. Осталось 12 минут, а они хотят просрать. Да идите в жопу. Мы должны выиграть. Я тут не просто так потратил свой час жизни на какую-то хрень. Давайте, мы должны выиграть. Все, охраняем базу. 12 минут. Курим бамбук. Эта ночь была очень опасна. Мы с Денчиком Bad Good Games пошли в лес. И мы угодили на какого-то чувака с белым лицом. Вы не догадались, кто это был. Конечно, мы собрали все записки. И потом... Мы попали в какую-то подземную шахту там и так далее, подобие. Если вы понимаете, о чем я. Пофиг на меня. С белым лицом. Кто у нас ходит с белым лицом? Конечно, Хитман. Нет, это был Слендер. Я могу рассказать вам мою историю создания Слендера. Жил Хитман, приехал на дачу. Он забросил свою наркоманную жизнь убивать людей. Женился. И потом, когда жена убила его... Ну, не знаю, за что она его убила. Он стал Слендером. Он понял свое значение жизни. Он только умеет убивать. Ух ты, ё. Закрутило меня в Жаком Данс. Так. Изи, да, едет, я вижу. Какого хрена я когда... В Жаком Танце закрутила два рельса. Блин, почему-то я, когда ухожу с базы, всегда нападают. Они, у меня такое чувство, они спутника смотрят, такие, блин, давай, уходи, блин, Герман, Герман. Вот куда он лезет, я не понимаю, вот куда ты лезешь, скажи мне. Ты никого не убьешь, просто я тебя в задницу. Все, в задницу тебя вставил. Еще кто-то там начал лезть. Так, не трогаем его. О, едут пидоры! Пидоры! Раскидали мы вас! Нет, не раскидали! Только попробуй взять флаг, я тебя потом найду и выебу! Пип! Скажем так. Вот куда он едет? Куда ты едешь, засранец? Ты его не возьмешься. Чё за говном запахло? Потом, видно, мой комп перегрелся. Не, правда, что-то говном запахло. А, ну это у меня окно открыто, йоу, мэн.
Ну, кто-то у нас косой в этом мире. А не под мостом. Спасибо. Сидим на базе. На базе и ждем. В жарком танце закрутили в эти таджики. Я не отдам тебе флаг. Ты бань, нервская жопа. Сидим на базе, ждем 8 минут. Так, вот сейчас у нас вот такие вол. Вы видели этого? Вы видели это? Смотрите. Внимательно смотрите на тот, вот, на тот бок. Суки. Лезут из всех щелей, господи, как тараканы. Так, ждем. Так, надо смотреть. Надо снять эту таджикскую морду. Снимем эту таджикскую морду. То... Блин, фак. Уходим. Там таджикская морда. Сидим так. А то там даже таджикская морда, хрен знает как. О, идут, блин, суки. Они идут, когда я... У меня мана кончается. Меня сейчас из всех щелей начнут. Так, убрали этого, сука? Не знаю. Есть, нету, сука. Они ждут, когда я оставлю мой пост. Не буду я его снимать. Так, поставлю мину для охрененных людей. Кто, блядь? Ты в жопу. Ну что? Что? В каком смысле? А, в том смысле мы сейчас это... Будем это... База. Сидим. Так, тактика хорошая, все, сидим. База. Блин, снимите этого хера! Пожалуйста. Нет. Я догоню тебя, засранец. Нет, ну пожалуйста, нет. А, тупой фриз. Блять, суки. Кохри. Бля, охуенно. Да блять. Ну конечно, блин. А где вы были все? Скажи мне. Ну извините, у нас еще одна попытка. Нет, последняя. Если они себя возьмут, нам жопа. Да, блин, ну просто все сидят, блин, конечно. Там лиса сидит, тут это. И они еще нападают. Надо снести это все эти, они не сносят. Надо под мостом сидеть. Блин, потому что вот там рельса, вот тут рельса. Вот там рельса. Нет, снесли. Блин, вот еще лезут, суки. Самое главное у них вот этот хер. Мины, чуваки, мины. Раскладываем мины и все. Забрасываем их вообще. Чтобы были мины. Что в жопу своим этим? Мины ставьте, ребята! Не тупим! Я не могу. Блин, вы хер меня специально отдал. Да не уйдет он быстро. И там. Блять. Блин, в жопу. Я не отдам пост твой. А-а-а. Чуваки, мины, тактика. Бой. Фу. Молодцы, 4 минуты еще. 4 минуты, давайте. Держим один флаг. Просрали
две палки. Так, я держу. Я как могу держу. Блин, давай. Я не со слева бока иду, на ступняк пойду, потому что суки должны умные быть. Право. Я вижу, все нормально, господи. О господи. Где тут, суки? О, нет, у меня нет. У него тоже нету. Давай, один на один без нары. Ты сможешь? Нет, я нуб. Три минуты. Давайте, 3 минуты, чуваки. 3 минуты. Блин, такой не там. Это сволочь сидит еще. Просто она сволочь меня бесит. Так и там сидит. Так. Фриз. Пошел в жопу, я тут главнее, чем ты. Кто бил его? Ой-ой, проблема. Чё меня так далеко выкидывает на базу? Господи, меня так выкидывает далеко. Я боюсь даже флаг потерять. Блин, опять мне. Блин, просто, сука, блядь. Да вот, я то же самое хочу сказать. В жопу иди! И сгинь, нечистая сила! Убить её! Давай! Убить! Нормально, играем. Так, этого, суку, со стены сняли. Сняли, все нормально. Все, сидим. Вот, в зеркале увидишь. Угу. Давай. Тук-тук, да-да. Тук-тук, да-да. Это я. Так, давай. Я сижу. Ой, мне жопа. Все, не трать. Давай. Я сижу, курю бомбок. Блин, там хер со стены. Фу, промазал так. Едет хер. Так, хер. Так, кто меня тут это? Чуваки, мужики. Так, мужики. Мужики. Давай. Атака, жопа нам. Давай. Давайте, все окружили. Соляру. О, господи, нет! Я тебе отдам флаг! Нет! Лечите, ребята! Фух, это битва! Так, давай! 30 секунд каких-то давай! Третий секунд! Только нарко не кончайся, пожалуйста! Пожалуйста, молю бога, не кончайся! Еще 15 секунд подержись. Давайте. Битва. Да все. И. Я сдох. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал и ставьте большие пальцы. И если есть у вас какие-то хорошие предложения, там, что поиграть, во что там и так далее, предлагайте, мы смотрим комментарии, конечно, и чё как. Все, это был Герасим Шоу, это был Герман, Герасим Шоу, это моя передача. И всем хорошего дня, пока!